В Катаре продолжается самый дорогой чемпионат мира по футболу в истории. Мусульманская страна впервые принимает более 1 000 000 гостей-болельщиков со всего мира. Многие из приезжих в первый раз знакомятся с исламом и слышат азан в исполнении сотен муэдзинов с красивыми голосами, которых эмир Катара специально пригласил в страну на время проведения чемпионата. Кроме этого, по улицам развешаны рекламные щиты с хадисами пророка «Мир ему и благословение Всевышнего». Мусульманские проповедники также, пользуясь случаем, призывают единоверцев к истине. В Катаре высадился целый десант исламских богословов. Согласно катарским источникам, благодаря их деятельности около 1000 человек уже приняли ислам. Последнее видео, где целая семья из Бразилии принимает ислам, особенно трогательно. Известный во всем мире мусульманский деятель, доктор Закир Наик, также прибыл в Катар. Он будет вести лекции по исламу в течение всего чемпионата. После его проповеди количество новообращенных мусульман неустанно растет. Ашхаду Аллах Илляха Илляллах Ва ашхаду Анна Мухаммадан Абдуху Ва Расулуху. Короткие видео с улиц Дохи, где фанаты футбола становятся мусульманами, уже стали вирусными в сети. Вот, например, болельщику из Мексики Господь раскрыл сердце для ислама. К концу чемпионата многие вернутся в свои страны с совершенно новыми взглядами на жизнь и с исламом в сердце, если на то будет воля Всевышнего.